Ты же драгон один сбил, да. Я не знаю, это, наверное, щитом было, потому что молоток не сбивал. Где, блядь, сбить это? Ты, блядь, элем, который может сбивать элем. Почему рога, блядь, сбивает? Больше сбил костов, чем ты, блядь. Почему хил, блядь, больше костов сбил, чем... У меня еще 5 несов было. Или 3, не помню. Почему хил, блядь, больше сбил костов, чем ты, блядь? Два промах. Моста, блядь, от луча не стоит метки в второй фазе. Охуенно. Бафы раздаем, рыбу поставим. СС по тем же ценам. Чуть первого... Никто не должен сдохнуть. Если кто-то дохнет до первого купола, это вайп сразу. Где-то рыбу поставил, что-то я не вижу. Япончик, поставь рыбу. Лёха, там Вага спрашивает, кому еще 250. Всем, кто отъехал. Вот открываешь аккаунт смерти. И там у кого сколько смертей, всем. Кроме Карины. Карина в соло закрыла. Мы так-то, мы тоже на последней метке сдохли. Нам-то... Нет, всем, кто на последнем этом куполе сдох. Я имею в виду тех, кто до первого купола. И на куполе. Японец, да, рыба. Я не понимаю, как вообще дохнуть. Япончик, рыбу поставишь, нет? Поставьте кто рыбу. Кастеры, да. Смотрите, пожалуйста, если, блядь, вы видите, что на 8 лежит, типа, от Джайны смерть, отходите, пожалуйста, чтобы мы, блядь, не ставили друг на друга. Блядь, эти метки. Нянку сманули. Тебе что, на первом куполе сказать, кто умер или что? Да, он хочет это, чтобы ты ему сказал. Эхо Лакмара. Низ перепол. Кто-то не вышел. Тимыч. Вот он не вышел. А что там запоминать, там в журнале все есть? Ну вот до купола мертвые Грудхарви, Двульф, Мегазонтик и Ауди. Правильно? Я умер от бури, которую мне вынесли. Скажите, как запустите. Ага. Сейчас скажу, кто во время купола умер. Буря, которую не вынесли, была на Денчике и Япончике. Звонили по телефону, запускаю? Нет. Купол, Малдазар. Чё с Денчиком бурю не выносите? Вынесли сразу же, я из метки сразу же вышел выносить. Я не знаю, как вы сразу вынесли, что 3 человека, блядь, сдохло от вас. Лёх, посмотри по стриму, я стоял на краю, на мне была метка, я как вышел, сразу же побежал выносить. Ну, Малдазар, Роня следующий упал. Никитос. Ну, накидывали уже, да? Народ, сейчас ГП не снимается. Если вы думаете, что... За любой косяк начисляют. Начисляется... Я как бы не хочу критиковать, но почему Япончик, блядь, у него просто 277... Штаны уже 3 месяца без даже бичи алкашных камней. Да потому что нету у меня нихуя денег. У меня, я бомж, блядь, у меня 100 голды. В смысле, нахуй, идешь за УД, покупаешь камень бесплатный и все нахуй. Этот долог на куполе на первом. На что тратил Далок свой, блядь, крест? Я так и не понял. Где он сдох? На куполе встал и еще раз умер, по-моему.
Блять, если вы дохнете на куполе и у вас есть встать, нахуя вы встаете? Встанете, блять, после купола. Мне поражает эта, блядь, хуйня у шаманов, блядь, у локов, блядь. Если вы, блядь, на куполе сдохли, нахуй вы нужны, блядь. Лучше, блядь, лежите до того, как купол закончится, потом встанете. А не вы, блядь, встаете, потом снова дохнете. Сейчас я перезайду. Метеоры, бегайте, блядь, закрывайте метеоры. Почему Карина, блядь, одна бежит до метеора? Хотя там, блядь, стоит человек 10, блядь, возле этого метеора. Неужели, блядь, все 10 человек выносили, блядь? Я мало верю, потому что дебафов только 6. А Женек что, тоже на куполе сдох? Женек. Время есть, да, поставить сходить? Да, на куполе. Причем уже пробежали, блядь, хуй знает сколько времени. Да, там дохуя. А он, блядь, в конце дохнет на куполе. Это там как? Криво иногда бегут люди, на которых кидаются вот это периодические кристаллы. Бегите кучнее, пожалуйста. Можно вперед, назад, влево, вправо, блядь, уйти, на самом деле. Там можно, да, похуй. Там что-то пошло не так, и он просто сдох у меня. Поэтому... Ну, этот МЗР. Понимаешь, просто убежать лево там или вправо тем, кто просто бегает и ебланит, смотря на Джейн. А тем, кто бьет кристаллы вот эти вот, им сложнее, мне. Не знаю, я бью кристаллы, и как бы, блядь, я бил, и потом раз, и меня сложило. В конце уже, блядь. Я видел там скилловый тотем шамана, который стоял и хуярил. Ну это мой, наверное, был, хуй знает. Может еще чей-то. Мне он понравился. Ну а что там делать еще? Там шок, молния и тотем, и все. Ну не буду, значит, бить. Тотем ставь и заебись. Этот, есть урон по конденсаторам? Кто сколько? Кто там первые три позиции по конденсаторам? Всё, нашел я в этом пробеле. Гарктис, Локи, Моза. Сколько они нанесли урона? Гарктис, Лям, больше Ляма, Локи, Мозер, 8. Сколько нанес этот Лям, Шаман, Женек? 332. И был смысл тебя бить? Бля, ну у тебя совы еще меньше, чем... Ладно, я не буду бить. Хотя у тебя есть, у тебя две мгновенные доты и звездопад, а у меня вообще нихуя нет. Бегай, не бей. Не бей. Разница чувствуешь какая? Я нанес меньше урона, но я, блядь, выжил на купе. Ты нанес немножко больше, не дохуя больше, но ты сдох. Вот вся разница. Зато я потом, блядь... А я в следующей фазе больше на нее. Если я поднимаю кого-то или говорю, чтобы кого-то подняли, япончик, абсорб должен на третьей фазе быть мгновенно. Если вы косты не сбиваете, рейд будет ложиться. Вы его хуй прохилите. И это, печеньку я абсорблю на топом. И на куполе я тоже стараюсь сейвить. Леша, ты словил две метки, еще чуть ли не попал в эти шипы. Я на тебе зубы дал. Я был щиток по Никитосу, когда я его поднял. Не было? Не знаю, может, я не знаю. Сдвинул печеньку, да? По-моему, крест тоже чуть-чуть криво стоит. Бля, че у меня такая долгая загрузка, сука? Так вроде, да? Это Сирус. Там бывает такая хуйня, то что очень долго грузится. Ты, по-моему, еще сильнее вправо подвинули, а наоборот надо было. Загрузка списка персонажей, блядь, долго. А, это хуйня какая-то.
Сервак виснет, походу. Да, печеньку надо было влево двигать, а не вправо. Либо влево смещались. Вот так? Побеги. Да. Ты опять вправо двигаешь. Ну что он? Потом шарит, поставьте нормально то. Все еще далеко. Вага показывает, смотрите, звездочка, куда поставить. Стойте в метках, хилы. На лучах. Тоже сложно. Стоите, хуй пойми как. Воткните прям в вагу. Потому что он немножко, получается, левее. О, неужели прогрузился персонаж? Захожу. Вага, и вторую посмотри тоже. Там тоже нужно было вправо смещаться, когда стоит. По поводу ОККМ. Кстати, есть реально возможность его убить. Вчера проверял, тестил. Придумал охуенный способ. Вторая фаза будет легче, чем первая. Опять танк? Блять, я хуй его знаю. У меня что-то с клиентом. Меня выкидывал. Попробуй обнови. Типа я захожу в игру, меня выкидывает в загрузку списка персонажей. Блять, загрузка списка персонажей идет, блять, минут 5-10. Удали папку. Этот кэш у меня такой же был. Ни разу в жизни эти папки не удалял. Ни разу. Ты же не свечишься по аккаунту. Или не, ну, где ошибки пишут. Нет, ну, я короче, не свечусь я когда... по аккаунту, у меня есть баг. Я когда баги. Убрал, у меня сработало нормально. Вот, я же тебе говорил, у меня сегодня даже был баг, что у меня стаки, блядь, Т5-го, вот этот оплот не стакался. Пока я папку кэш не удалил. Вага, поменяй меня на Тимыча, блядь, так. Сейчас я пока сделаю, блядь, вы как раз успеете один пул сделать. Ты в нас не веришь. Присуманьте Тимыча. Там япончик, если что, поносит. А ты его кикни или чё, чтобы он это, слот освободил? То он тут, на платформе. В смысле, я сейчас вылечу. Меня не будет. Там долго. Не принимай пока, Тимыч, не принимай пока. Как я на платформе, если я, блядь, в загрузке списка персонажей? Ну, не знаю, он на платформе стоит. Типа ты когда нажал войти за персонажа, у тебя даже если загрузка идет, он уже появился как персонаж. Так я, блять, в главном меню сейчас. Ну, куда это? Видите, чтоб тебя дисконнектнуло из логи. Что, принимаю или еще нет пока? Нет, не надо. Окей. Блять, Леха, ты у нас стоишь здесь. Там еще немножко метки стояли. Сука, пробел, блять, стоял, ебаный. Точнее, не было. Чё-то ты не собираешься, походу, вылетать. Кикинь тебя уже. Сейчас я загрузку. Списком, ну, типа, персонажей. Подожди. Всё, отменил. Сейчас должен вылететь. Я уже кикну, не спать. Скажите, как принимать. Ну, он пока стоит, зевает. Ебучая сова. Совы зло. Тимыч, помнишь, какой ты метки? А есть лок с камнем, который демона призывает. Принимать или нет еще? Три человека, где река. Давай. Принимай. Поиграем. Призыв демона. Мерча. Дай ассист, Бруно. Чё?
я готова еще. Войд. Все готовы, запускаем. Рыбку ставить не будете? Вам рыбка? Прот и женёк и рвольф. Допейте сейчас, все равно забудете, это через полчаса закончится, а за полчаса висит. Вы смотрите не на метки, на натиски, а на то, как шары разлетаются. И будет вам счастье. Что там запустили, да? Это как и в РСК за шарами. Да, в РСК за Лёхой лучше не бегать. А я так понял, эта хрень только когда у тебя фулл Т5 не срабатывает кнопка, да? Не знаю. Это не срабатывает кнопка, когда ты вот эти скиллы, которые с Т5 выносишь на панель, тогда не срабатывает. Потому что пропадает сама вот эта кнопка Т5, а эта кнопка то же самое, что и Т5. Вот и все. Потому что если ты передвинешь скиллы, которые с Т5 прокают, в другое место кнопка в том же месте появится, где и Т5. Шторм, разбежались. Быстрее. Массакр. Сбежались. ДД, свечните. Шторм на рейнджу. Сбежались. РДД, свечнитесь. Мелики, перебегай. Да, перебегаем. РДД тоже.
Инра, раздайте по хилам, пожалуйста. Давай, гимнам, он дам потом. Мабань, шторм, разбежались. Шторм. Массакр слева. Сбежались. Кто-то сейчас подведет, свищитесь. Арбузы. Не дотайте. Сейчас будет последний шторм. Сжались. Сжались. ДД, смотрите сейчас, как подведет. Он валяется прям по центру. Милики, распределяйтесь. ДД. Какую там? По меткам. Смотрите, у кого не отображается макрос, прожимайте. Прожали. Прохил. Тар, а? Найс. Нихуя, этот макрос потом еще и пропадает. Тимыч, потом поднимешь, сейчас лучи будут. Чем? Давай по новой, Миша, все хуйня. Метки. Женек, Войд, Прост, Розелина, Мальдазар, Никтос. Теорита. Два опасные измели, вынеси. Уберите. Лучи. Лучи. Два кресать. Остать не могу. Пробафайте Грутара. Метки. Япончик, нямка, простя, брун, розелина, пока тут. Закройте. Похилил. Сам встанешь, далок. Похильте. После отстрелки встанешь. Чё, блядь, стал издох, что ли? Лучи. Да? Давай по новой, Миша, всё хуйня. Выбери. Слева, слева, закройте.
делать. Пока тут, подними далока. Давай по новой, Миша, все хуйня. А, я понял. Где играть? Значит, Мосса подним. Все, встал. Сейчас поползут. Ползут. Что-нибудь на ману есть? Есть гимн. После откидывания сдам. Жались. Давай по новой, Миша. Что хуй? Круче. Метки. Тимыч, нямка, женек, дарки, смоса, броня. Теорит, закройте. Куч. Давай по новой, Миша, все будет. Метки. Мяка, Тимыч, Денчик, Далок, Локи, пока тут. Драгонсон, прохил, прохил, Драгона и Вайда. Рефаза. Давайте, ребятки, соберитесь, блять. Локи, смотрите за ССами, если что, обновляйте. Да, еще через 4 минуты кидаю кошку СС. Хорошо. Через огонь только не бегите, а он будет бить. Если у кого индера есть, дайте по хилам. Закатится. Алло, Денчик, залейте индера. Денчик, приоритет. Смотрим за костами. СС обновить. Вынесли Драгонбрун. Там 3 минуты еще, когда я хорошо. Луч аккуратно. Тотемы. Чьи, блядь, тотемы это? Женек, убери. Включаемся, нормально. Право не выносим далеко. Землю заберем. Луч. Луч. Метки. Разбейте. Буря. Буря. Геру. Там Геру не пора. Что-то натиск. Натиск, отбежали. Быстрее, быстрее. Да, давайте через 30 секунд. Метки. Метки. Денчик, Мозер, ЛРА, Никитос, Проня. Быстро залили. Купол 10 секунд. Если не хотите сразу же оказаться на шипах, можете левее от ромба чуть перейти. Левее от ромба. И на край входим, на край. Купол. Аккуратнее, аккуратнее. Бежим с комментатором. Далок опять упал. Никитос упал. Бэры плюс в рейд. Бруно, на...
Так. СС откатился. Только сильно на шипы вперед не забегайте, они потом откатываются чуть-чуть назад. Держитесь ровно посередине, в кучке бегайте, не подставляйте тех, кто отстает. Даркис минус. Мосса минус. Что такое? Пиздец, блядь. Просто на хере. Блядь, а что, сложно в центр смотреть на хере этим? Брун Моссу, значит, а Мосс еще кого-то. Есть СС. У кого? Пиша. Уроги. По япончику не смогу дать СС, пока не закончится купол. Не надо. Он в соседнем месте. Мне Моссу поднимать? А чё за страх? Чё за страх был? Да стопните флут. Можно убить флут, пожалуйста? Ты бернишь Моссу, Мосса бернит Далака. Может, нам ДПС нужен? Типа я бы лучше Никитоса просто... Да, они даже за мной не успели. Дед. Или у них больше раньше. Все на хере подохнут. Угу. Хуёчек. Вы можете просто бегать бочком, смотреть на Джайну и ничего не делать? Просто, вот. Я не понимаю. Хоты можно, точнее, это доты можно раскидывать даже спиной. Стоя к катализаторам, поднимайте. Сразу же бафы банить. Ну, по японечку сейчас. Мост прохил. Баф дал. Луч. Луч. Мосса поднимешь Далок. Далок не вставай пока что. Понял. Баф по нему. Вправо аккуратнее выносить бурю. Не зайдите на землю. Беги, сука, беги! Натиск. Натиск, убежали. Скрываем бурс. Натиск. Когда метки будут, очень быстро их надо слить. Море. Вынес мне Драгон Брун. Луч, луч, луч. Беги, беги. Далок опрохил. БР откатился, если что. Смотри по ДПС. Дашь по Покатуту. Покатута через минуту откатится БР. Нет. Ты. На приколе? Хильте дал Т4, гим давайте, ну ёбаный рот. Буря. Активнее. Молодец. Встал и сдох сразу. Красава пока. Че метка? Массакра дал. Быстрее, три хила в метках. О, блядь, мы... Три хила в метках, быстрее. Я все. Есть СС? Ебаный в рот. Нет! Я хуй знает, ребята, но на первом куполе 10 человек, это пиздец. 10. Далок, да. Далок бесполезный. Ну, сейчас купол будет. Вы умирайте.
А можно поинтересоваться, почему вы, блядь, метки в друг друга вставите? Ничего, что они, блядь, друг друга дамажат? Так никто не рассказал им, наверное. Вы не в курсе, блядь, что метки друг друга дамажат? Типа АУЕ уроном. Вы, блядь, их все на друг друга ставите. Я хуй знаю. Давайте как-то резко резаться, нахуй, еще трай, или, блядь, или что, все? Еще трай будет. Ну так давайте, блядь, быстренько. Хули разлеглись. Кимбич стал. Как раз там Лёза починил? Он что-то из Дискорда выключился. Вам же лучше, что он этого не видел. Как всегда, все охренено. Чем могу помочь? Че, Лёха, ты возвращаешься к нам, нет? Не знаю. Ну, блядь. Типа нормальный это был. Единственное, что вы поначисляете тем, кто на куполе поотваливался. Там да хуищ, там пол рейда, блять, охуенно. Не начисляй. Вот эти 7 ДД, да, они бы добили. Ну, хан, там отвалили. Блять, люди, пускай учатся. Пускай учатся бегать. Далок, почему ты без сопрота? Скажи, пожалуйста. Чё, будет еще пул или чё? Да, будет, блять. А у меня показывает, что на тебе нету саппорта. Сейчас придет, будет видно. Тебе показывает, что на нем нет саппорта, потому что он не находится рядом с тобой, а просто находится в зоне цел. Че, вагоны вайпаете? Лесни, пожалуйста, еще да? Раз. Пол рейда на фире подох. Олег, понимаю. Малдазара кикните с рейда и замените там других. И начислите ему 1000. За что? Понимаешь, когда ты задаешь вопрос, а что это за фир на куполе? Я не сейчас... вопрос задал, я просто отъехал. Сейчас... Блядь, это смешно, пиздец. Я имел в виду, что я от фира сдох. Я здесь тут нет. Почему ты удивляешься-то? Да-да. Я с ума не. В следующий раз, если, блядь, я спросил перед боссом, кто не знает. Резис, заходи. Ты там, сколько саппорта надо на джай? Ну, 29 хватит? Да. На пул хватит? Джайна бьют 20 минут. Ну, сейчас смотря сколько сборы будет идти. Люба, поставь сразу японец. А, вот стоит. Войд, есть саппорт? Угу. Дашь эти потом-то с приста отдам. Блять, мы же не будем, блять, это через 13 минут, если там на пуле Джайни все ж не выйдет. Какая разница? Надо убивать первый раз, чтобы, блядь, саппорта не пить по 10 штук. Хули. Лучше в фир, блядь, попасть, да? Мерча. Просто япончик так говорит, типа, кто не может бить, типа, потом вот не бейте. Тут, блядь, тогда весь рейд не будет. Но я такого не говорил. На Джайне я такого вообще не говорил ни разу. Это я говорил. Это ты говорил? Умеешь бить, нехуй трогать. Резисту куда вставать? Малдазар, ты где был? Малдазар, ты где стоял? В какой метке? Трусы. В трусах, значит, постоишь. Окей. Чё, давай. Не спускай. Всё. Всё.
Блять, ебучая фаза, не люблю ее, пиздец. Бегать надо, да? Никакой я не... А чё, за этот твой ГП никому не начисляли? Начисляли? Нет. Чуть больше начислил. Там давай разговорит, если чё, может помочь. Там раздавака удивляется, что всего по 200. Знаете, еще какой шанс больше выживания на кухне? Шторм. Шторм. Быстро подносить. Если конденсаторы быстро сносят, купол намного легче, меньше людей сдохнет. Массаж посыл. Танка забирайте потом. Далок, перепей сапрот. Не выпил до сих пор. Мозер тоже. Прохил танка. Большого. Я не знаю, мне не показывает, что на тебе есть сапрот. Я на тебя смотрю, а мне не показывает. Есть на нем. Не дотайте этого. Этого не дотайте, вообще стопните по нему по большому. Шторм, разбежались. Жаль. Скажешь, как подведешь, чтобы освещились? Миллики, перебегайте. Продолжай тоже. Стоим в другую сторону. И нора по хилам сдали. Давай гимну, мам. Шторм рейндж. Массакрусы. Танк, да? Там на ком маленькие висят, перед прожатием кнопки заходите хотя бы разок. Ага, и на вагу боб дайте.
Интересно, еще войска, да. Шторм последний. Меньше играйте, побольше. Блять, не больше, а меньше. Кто там стоит для башни? Сбежались. Быстрее сливается маленький. Вага за этот. Все убьют, в смысле. Все, сквичитесь и разбегайтесь по меткам милики. Дракона прохил. Еще подлить. К войску сюда подлить маленький. Приготовились прожать кнопку. Кого не усвечивает, смокрос. Первые лучи. Давай по новой, Миша, все хуйня. Метки. Раска, Драгон, Женек, Денчик, Мяка, Даркнесс. Метеорит открыли. Прохил, прохил, прохил. Лучи. Сейчас. Давай по новой, Миша, все хуйня. Следующие метки. Закрыли. Прохил. Крутара подняли. Придется. Мусса вылетел. Дайте кап, попросите. Ёлочь. Не поднимайте. Просто дебафаем. Да, 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 я метеор закрывал. Мусса на платформе. В следующий раз говори в какой-то мере. Убери. Никиту срезать? Заберет танк второй, нет? Нет, конечно. Позже. У нас три танка. Когда поползут, тогда поднимешь. Давай по новой, Миша, все хуйня. Вазелина. Лекциан, это лужа. Лужа в метке. Минус 5. Я вижу. Мосса, ты на платформе? Или за рейдом? Все. Давай резать. Да тут нет смысла резать, надо падать. Падаем. Минус 2 хила, еще минус 3 ДДшник. Падаем, падаем, падаем. Че, все? Хо? Давай по новой, Миша, все хуйня. Да, на сегодня все. Давай по новой, Миша, все хуйня. Лучники, то с метеор получает. Все хуйня, давай по новой, да? Мяка тоже метеор. Почему на Далок они кидают СС, если он каждый пул умирает по три раза? Ты почему он умирает по три раза? Почему он носил ки, блядь, да, себе вот. В стамину? Да какие пизду стамину, блядь, луч нахуй. К
Ну вот тут ты на него туда. Два луча подряд. Луч, метки типа для кого? Шота, сейчас по идее. Ну, хуй, ну ты удалок спроси, там 40 тысяч дамага, у него хп сколько там, блядь, и 20 тысяч в абсорб, нахуй. Завтра будет РТ, Лёх? Да. Как обычно. Ах, ну я тебя предупредил, что на завтра не будет. Правда, Мяка умер от метеорита. Завтра не будет. Давай, салам алейкум. Мяка в соло метеорит закрывал. Да вот, два луча, пиздец. Никитос тоже соло получается. Да, тоже умер он на метеорит. Чё, сейчас посмотрим, да, или чё? Портал? Да. Иконе десятку никто не хочет сходить? Я бы сходил. Я потанчу. Я паладином ходил. А ты подамажил. У меня медведь, он типа, блядь, такой себе дамагер. Я попробую, конечно.